Между ГПУ и НАБУ новый батл в поиске компромата на мэра Львова Андрея Садового. Кто же первым собирается вручить подозрение львовскому градоначальнику, да и вручат ли вообще, выясняла Галина Якушко. Национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось львовским мэром. В отношении Андрея Садового начата проверка, заявил сегодня во Львове глава ведомства. Что именно ищут детективы, он и уточнил, но дал понять, с мусором это не связано. Не сказал также, вручит ли Садовому повестку и когда. Чи проводилась проверка по Садовому? Вона зараз проводится, але не в рамках цієї заяви, а в рамках наших повноважень. Недовольны работать Садового и мэры небольших городов области Червонограда, Борислава, Николаева, Нового Раздола. Во всяком случае, заявили, что тот даже не пытается решать мусорные проблемы. Мусороперерабатывающий завод не строится, а для нового полигона до сих пор даже не определили место. Поэтому принимать отходы из Львова они не собираются, по крайней мере, до тех пор, пока Садовой не начнет что-то делать. Первое, это самоусунення міської влади Львова від вирішення даного питання. Те, що я констатую. Друге – це почати діалог з громадами територій. І третє – показати реальний план дій, щоб ті території, які ще хочуть, можуть і могли би в перспективі допомогти вирішувати це питання, бачили, на який це час буде ця потрібна допомога. Львовский мэр отреагировал сразу и записал очередное видеообращение. В который раз Андрей Садовый стал давить на жалость, дескать, если коллеги не поддержат, город снова может оказаться в мусорной блокаде. Еще заверил, работает над проектом комплекса по переработке отходов, но быстрых результатов ждать не стоит. По заводу перший етап робіт передбачатиме фаховий аналіз усіх можливих ділянок для його розміщення. Результатів ми очікуємо вже за 2 місяці. Комментировать заявление главы НАБУ Андрей Садовой не стал. Как сообщила нам пресс-секретарь градоначальника, из-за того, что в словах Артема Сытника не было никакой конкретики. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов.